Так, алло. Здесь? Алло, алло. Да. Все, не слышно? Так, отлично. Заходим. Так, это хуйня. Ну-ка поменяй. Дай схема не та. Кепку быстрее. Так, сейчас. Оставляю сперва. Ловки, давай на цопу быстренько. Фас. Все парни, заходим все. Все друзья у меня есть. Саня. Каспиру. Вэйю. О, блядь. Что там такое? О, нихуя себе, блядь, Челси передачу дала. Так, ну что, все встали? Ух, фартануло. Кричи нет. Кричи пьяница, выходи. А, что, не зашел? Нет, что, сама игра должна заходить, что ли? 2-0. Ну? Барса, 2-0. Дебиле, блядь. Домой нахуй, блядь. Сука, мы сегодня так же должны сейчас справлять. Ну все, блядь. Челси, бай-бай. Бай-бай. Сука, они заебали, блядь. На рейде. Ты запустил стрим? Все, пацаны, давайте. Фу, поехали. Ждем приглашения от пацанов. Давайте, перепивай себя. Ой, мать, как схватился. Ой, блядь, двоих. Всем хорошего коннекта. Ну, ты, мать, что не сделал Месси, блядь? Все, круто. Бай-бай. Что там, мы играем? Ну, должны пригласить. 5-8 минут. Все, пригласили, поехали. Все, поехали, нахуй. Давай. Фух. Ну, что? Зокрус. Сезона. Хорошо начать сезон, это очень важно. Команда начинает с самых низов, и посмотрим, до каких высот она сможет дойти. Ну и сможет ли вообще. Поэтому попытка с дистанции. Хорошо. Дальше. Было два раза. Мимо бьет игрок. И посмотрите, как защита, защита поаккуратнее. Держим защиту. Страховой. Ниже Вовки. По ЦП помогаем. Посмотрим за этой атакой. Нужно выходить вперед. Блядь, давай носить. Он уже видел. Блядь, без хуйни вот такой, пожалуйста. Удар. Поехали. Ближний бетон. Вовки тоже копаем. Я помогаю, потолкаю. Всех потолкаю. А чё ты, блядь, дёргаешься? Дальний, смотри, забегает уже.
И прямо в центр. Это вратарю подарок. Мяч без проблем он забирает. Торопись, приняй. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Не мячится. Спокойно. Оригинально сыграно. Мяч остается у них. Из этой атаки... Свисток арбитра будет... Стой, не разыграл. Хорошо. Стой на месте. Так, стой. Кто там разыгрывает? Крича? Ой, я что ли? Крича, шире, встань, шире. Я разыграю, я... давай. Давай мне. Заброшу, может быть. Кот, держись. Ты что, идиот, блядь, что ли? Нахуй ты меня хуяришь? И как опасно пробил. О, Игорь, слышишь, Игорь? Да. Так, Вовки, сейчас смотри. Чем мне отдашь? Я буду на флангу, блядь. Подожди. Я у нас либерал. Смотри, вот я зеленый, вот здесь стою. Сейчас, подожди, стой. Поехали. Не прошло, не прошло. Угу. Не кидайся. Сдерживается защита. Отлично сыграл, защита надо такого. Решать. Блин, он сам упал там, я ничего не сделал. По скин. Все, выходим. Нажми празднование, Руслан. Тихо-тихо, все банк аутин за здесь. Да, реально, реально. А, пока ничего. И вратарь забирает. Что-то, блядь, страшно чуть-чуть. Торопись, я просто убегаю тебя. Он видишь, со мной бежит. Плохого паса. Хорош. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Кагава. Хорош. И разрезаешь. Да, слабей бы. Ну, ой, хорош! Тихо. Куда так начали радоваться? Давай еще. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый гол. Это, конечно, было очень опасно. Никто, наверное, не смотрел матч Ливерпуль Динамо, да? Ну да, давай поехали. Но не смог парировать этот удар. Такое говно, не смотри. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Тут может что-то получиться. Хорошо. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Сейчас дам. Едва не упал он, но все же устоял и остался в игре. Пас. Соп есть. Я забегаю на фон. Мертенс. Нет. Хороший. И пробил. Погорел. Блин, царя. Давай дальше. Очень хорошая позиция, удар наносился. И каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Удалось пошел, нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Даю. Бля, поддыхнул, Сара. Удар! Хорош! Нам еще и на мне свалили. Игорь, давай скатишь, и я попробую ударить. Давай. Поехали. Ух ты, что это чудо, слишком быстро. Бля, ну что за приемы голландские? Спокойно, назад. Бездельный хуйни, блядь, сдерживай просто. Штрафную подачу. Красивый хорош, Каспер. И прекрасный сейв. Уверен, блядь, я понял, хотел пробыть. Чё? Блядь. Чё ты спешишь? Я спешу, что... Мне один пас не берёт, не отдает мяч под прессингом. Кагава. Шире уйди. Куда ты пошел, блядь, Кричи? На Сильва. Никому открыться. Я шире уже открылся. Катают они мяч на своей половине поля. Ну, было бы весело, если бы они его потеряли и побегали бы за ним. Видит так. Игрока впереди и отдает пас на ход. Есть, Игорь, за лишний. Блядь, ладно, зря. Да. Прости. Уилсон.
Нет, не дошел этот пас до адреса. Вот с тобой. Не торопись. Судья, ты еще не принял, не принял, не принял уже, хуяришь, что мог. Он даже лишь открыться не успел. Со мной, подожди. Шире, гум сзади него открывается. Шире, волки. Подожди, 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 подожди. Давай. Сильно нихуя не. Блять, ну это просто пиздец, меня оттягивает. Куда-то двинуться зачем-то. Я меня притягивал. Так. Интересная атака. Даешь? Мяч у защитника, он сыграл надежно. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Мертенс. Блять. Да, да, да. Ну, блять, надо будет еще подождать чуть-чуть. Какой-то, знаете, между собой. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Блять, успел. Посмотрим за этой атакой. Да, нормально, да, я просто не успел пройти. Защита Рош. Отправляется. Мертенс. Хорош. Давай, давай, блядь. Отличный отбор, но ой, момент для удара. Хорош. Давай еще пару. Эх, красавцы. Это поглубленная скриптовая, давайте. Отыграться теперь будет труднее. Судья решил добавить 3 минуты. Хороший момент. Подожди, не торопись, сейчас сильно вынесешь. А, блять, это не наш. Да. Хорошая игра защитника, чисто сыгран. Оттягиваю. Хороший. Я оттягивал просто. Пойдет у меня. Не торопись сейчас. Сейчас, да, я жду. Смотри, как сделаем. Давай вниз геймпад и на правости, вправо. Вот сюда. Что вот. Я Вовке даю и же что? Нет, закинь меня сюда на правый фланг. Ой, боже, давай. Мы слышим свист трибун, это болельщики хозяев не дают. Закинул. Закинул. Просто что тут вниз, правый, что это вообще за? Я засовываю, закинул. Пол пятого, десятого, да? Как? Не бери до головы, все, проехал. Все, тихо, тихо, флот. Да, все, тихо, спокойно, спокойно. Просто попроще бы просто взять себя, да, и все бы закинул. Да, можно было. Ну там бы просто уже прозвучал бы сразу свисток. Он так. Как прозвучал? Ушел, ушел. Давайте еще. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Это может быть опасно. Хорош. Пойдет нормально. Свисток штрафной. По стенке выходим. Я бля, что, самый высокий? Аккуратнее, аккуратнее, да. В центре смотрим. Я вот тут тоже в центре стану. Смотри, такой. Угу, то есть, да. Все сконцентрировались. Поехали. Так, только... Ну, там... Вот так мяч оказался. В смысле пойдет? После удара головы. Голова не только для того, чтобы думать, но и чтобы ей играть. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Пирло. Центр, центр был. Блядь, ножки давал. Мяч, надо возвращаться. Перехват мяча, и чё? Можно начинать атаку в обратную сторону. Блять. Я в центр дом. Блять, оно отскочило, что ли? Не живо. Почти не ошибаюсь. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Пошел.
Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Во-во-во-во, где ты? Мою позицию убежал. Да. Тут может что-то получиться. Все правильно. Хорошо. Сделал вратарь, просто отбил мяч в сторону. Не торопись. Я спокойно. Я вообще не понимаю. Да, собрался. Сомер крепит на момент. Я хочу, чтобы это все принесло тебе настоящее счастье. Не передаст уже, давай, зал. Это удар! Опасно! Пизда, ну. И они сравняли счет. У нас ничья, а совсем недавно они горели. Хороший момент. Забили, счет сравняли. Навес. Подбора нет, руки ниже на углу. Да я рядом стоял, проебал его. Ну, они сравняли счет на табло 2-2, и остаток матча обещает быть интересным. Я не могу побежать, у меня пока. Отлично сыграно, надо решать. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Решил пробить. Какая реакция, какой прыжок, класс! Навес на блин. Не знал, что делать. Без труда его забирать. Поехали, поехали дальше. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Пока неплохо. Подожди, не иди на него. Подача в штрафную, там есть. Да. Что? Блять. Этому забитому мячу. Сильно пробил, но попал в створ ворот, это самое главное, и попал в правый угол. Давайте. Сыграно-то точно, а вот стоило. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Это штрафной. Не давай. Давай, слушай, не, на дальней не получится, скорее всего. Да блять, ну дай ты подвинься. Иди куда ты, мразь. Дай пас. О, кишина. Посмотрим за этой атакой. Хорошая игра в отборе, но мяч пока чуть-чуть. Аут на штрафной, это может быть опасно. Хоть не уже бить, безусловно, было, и что решит арбитр. И это желтая карточка. Давай прострелом попробуем, да, давай мне там. Он встает на процессе. Ну давай все равно пробуем. Просто готов? Да. Давай, правда. Слабо очень пошел, блядь. Защита справляется. Пирло. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Кагава. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. И вратарь забирает этот. Это может быть опасная атака. На пару решили разыграть эту комбинацию. Тут защита справляется, потери мяча. Да, мяч ему. Двигается с мячом вперед. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего мяч. Хорош. Положение вне игры. Хороший пас, что тут получится, проходит передача, шикарный момент! Блять, вот что... Гол, забивают еще один мяч, они теперь в два мяча ведут. В такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Сука, вся испанская игра нахуй ёбнутая какая-то, на. Кукурузу, видимо,
охранял. Именно поэтому задача игрока с мячом была максимально простая. Блять, да хватит сюда сувать, подожди, дай это я немножко пройду. 4-2, довольно комфортное пока преимущество в голову в одну из команд. Кагава. Мяч потерян, отличный перехват. Просто заброс. И арбитр со свистком дает играть команду. Ну, руки ниже играй, я же выше сыграю. Есть хороший адрес для передачи. Это угловой удар. Они три нам гола забили с навес. Мы еще сейчас раз видим взятие ворот. Четыре. Четверка, Вовки, возьми, вот четверка со мной толкайте. Давай, надо позвонить, блядь. Просит поторопиться игроков она. Хозяев болельщики гостевой команды, свистит их сектор. Хорошо. Ничего удивительного, гости проигрывают, а хозяева отказываются форсировать события. Это ему абсолютно ни к чему. Надо гол забить. Че, один бы забить, да нормально. Дома постараться слушать. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. До конца игры 7 минут. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Хороший пас на вход. Иди, зона есть. Спокойно, без красного. Да спасни, блин. Че? Мертенс. Пока неплохо. Что? Отличный отбор, но мяч-то кому достался? Блять, мне. Да. Это может быть опасно. Нельзя терять мяч на своей половине поля. Получите теперь опасную атаку. Судья добавляет 3 минуты. Кагава. Мертенс. И пробил. Блять, ну отскочи. Нормально. Угловой. Самое скопление игроков угловой пол. Немного он все-таки был в положении вне игры. Блять. Пошла последняя минута основного времени матча. Ни на чем они выиграли. 4-2. Так, надо подумать. Статистики пройди, не забудь. Сейчас я подумаю. Извините. Ты можешь себя повыше сделать? Ну, вес хочешь поиграть? Нет, чтобы просто проявок таких не было. Давай, пацаны, заходите. Так, подождите. Там еще это, как у вас, крыша с полки, надо пониже немножко смещаться. Вообще помощь в защите плохая была. О, у меня соединение с серверами разорвалось. Я захожу.
Сейчас я подумаю, как его торопить. Чуть-чуть изменить, все-таки будет. Сейчас. Передай, а, ты как передал? Четыре навеса, блядь. Купя нормально, еще можем выиграть, все нормально. Все, все поникли так. Короче, Кричи, ты сейчас будешь ЛЦП, но ты будешь рекер ЦОП. Не надо вперед идти. Понял. Волки играют, ну, идешь только аккуратно, чуть повыше Волки, не так это. Волки тоже возвращайся. То есть, блядь, потому что я до этого так и защищался вместе с Волки. И мне, кстати, уже даже не один я так считаю, как я понял. В общем, вот здесь небольшие изменения в этом плане. То есть, ладно, здесь так и оставим. Резарил играет. Короче, пока вот такие наставления. Скрича надо пониже, чтобы ты играл. Потому что у нас там вообще жжет начинает в центре. Деда и Блумс вообще не поднимаются высоко. Потому что они, видишь, на забросах ну, плохо так действуют. Ну, как на забросах. Еще не должны были хавать, блядь, что-то как хуйня. Так, ладно. Все, приглашаем. Ну, давайте. Давайте, удачи. Надеюсь, больше повезет. Скай Турция. Скай Турция. Все. Да, у меня на форме шикарство будет, пиздец. Так, мы можем забить два гола, спокойно сейчас рассудить к нам. Собрали защиту. Защиту, пожалуйста, лучше отрабатывай, потому что вообще не было защиты. Форда это тоже не теряет, там не настоящий футбол, опять возвращается. Там вообще вам надо было брать эту вот зону ЦОПа, он там, блядь, хуйней какой-то страдает, сидит, у него время есть на действие. Не приняли. Что с ним? Сейчас опору поменяю на красную. Давай, если что, он все равно делает, да? Тяжка забыть, да? Черный, черный, да. Все, парни, не паникуем, давайте, собрались. Разъебываем сейчас. Ну не разъебываем, но, блядь, должны подтащить. А мне красить. Первая игра сезона. Давайте. Давай. Беларусь Роуд. Поехали. Посмотрим, до каких высот. Забросьте, следите аккуратно, читайте игру. Не просто так не выиграйте. О таких матчах много говорят перед их началом, но еще больше по их окончании. Оправдает ли эта игра наши ожидания? Вот, Форварда, помогите, потому что что он? Наши ожидания – это наши проблемы. Форварда, помогаем, сжирайте вот эти стопы, которые там пасуют. Ставки высоки, как никогда, и я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился запоминающимся. Сдерживай, да, сдерживай, Волк, хорош. Аут. То есть не прыгаем вот так вот высоко, потому что тогда вообще теряем зону. Давай же, блядь, скидывай.
Я буду без везде бегать прыгать. Сдерживай. Хорошо. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Сразу на выфланг, ниже чуть-чуть. Вовки, второй темп. Держи. Деда, 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 посмотри. Пойдет. Но это тот случай, когда полевой игрок может... У меня дальний есть. Давай на дальний, давай. Блядь, я уже цель дал. Думал цель дать. Блядь, ну я не ожидал. Пас пяткой, но его перехватили. Спокойно. Побежал. Без всяких усилий перехватывает... Я Розар давал, конечно. Пойдет, пойдет. Все, мне не обсуждаем. Угу. Ниже, сразу ниже. Центр, центр. Хорош. Мяч покинул пределы поля. Не пропускаем, пытаемся залить. Вот этого хлопа не, вот этого надо взять было, блядь, специально. Там... Повернет. Отлично сыграно, надо решать. Хорошо. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Пирло. Блядь, ну где ты, ёпта мать? С ним стой рядом. Тут может что-то получиться. Жми. Хороший игра в отборе, но мяч пока ничей. Нет. Деда, аккуратней. Подстрахуй его. Ладно, я подстрахую. Это с одним тоже. Вся одна и та же фишка, блядь. Так они, блядь, на фланг бегут, блядь, даже не финтят ничего, блядь. Ну, конечно, блядь, просто тупой навес, да, что вы хотели. То, что получилось. Так уже не первый раз, уже один раз нам так забили. Ну, блядь, ну, полный, да, слава. Так, разыграй со мной сейчас. Все подходим. Будут шире волки. Давай, поехали. Волки, я то есть. Ну, еб твою мать, как же долго. Мяч за боковой линией. Ага, понял. Игрок бросил мяч, не стал ждать ни секунды. Пас на ход, может быть интересно. Да, куда ты так опускаешь? Не он, наверное, уже видел мяч в сетке, и тут такая потеря. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Нет, не дошел. Отличный удар. Блядь, это такой бред просто. Ладно, давай еще. Не сдаемся, нахуй. Есть удар, бей. Это правило. Ну что же это такое, блядь? Вот он решился на удар и попал точно в правый нижний угол. Молодец. 1-0 в нашей игре. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Я не могу нажать пас, просто могу. Ну, может быть, подать пора? Хуй, ебалу забили, блядь. Удар! Чё? Вот это прощение. Мяч за пределами поля, угловой. Мы слышим свист трибун, и это болельщики хозяев недовольны затяжкой времени. Гости выигрывают, торопиться им некуда. Если так дальше пойдет, то судья щедро добавит к основному времени матча минуту-другую. Забрали игроков. Дальнего возьми, девятку мы с тобой держим. Вместе к ним, помогите мне с девяткой. Тройку тут забегает. Сам забегает, блядь, сейчас. В центр штрафной подан мяч. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Пока неплохо. Да. Надо сравнивать, заливай! Так он бил, ёпта, за мячом бежал. Уверенный вынос повышает степень напряженности. Ну, пацаны. О, ну нахуй еще, блядь, ну пиздец. Ой, блядь. И это желтая карточка. Вылетел.
Это может быть опасно. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Блять, раньше этого в касании. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Вот. Навязывают ему борьбу. Переводики, не торопимся. Сдерживай, сдерживай. Ты его немножко помогите. Давайте туда, вперед. Как? Блять, пролетел, сука. Деда. Сыграно-то точно, а вот стоило. Можно как сочетаемо, блядь, пиздец. Не торопится арбитр со свистком. Тут все очевидно, будет штрафной. Аккуратнее, пожалуйста, сейчас. Вот. Сейчас, если выйдете не вовремя, блядь, это опять навес будет какой-нибудь хороший. Будьте осторожны сейчас. Надо забивать! Пацаны, опять нет офсайда. Может, короче, просто не идти к стенке, а просто искать опять глубже и все. Так и сделаем. Хороший на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Хорош. Хорош. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Блять, это центр. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Защита справа. Ну, меня притягивает. Ну, что посмотрим, какой силы удар у этого вратаря. И совершенно справедливо желтая карточка. Спорить тут бессмысленно. Соперник среагировал раньше, да, чем блядь, да, это шпак, своего адреса. Иди, зона есть. Откройся, лодки под него. Я был открыт. Каган. Между он есть. Посмотрим за этой атакой. Спасибо, да, отличный пас, сказал соперник. Поистину, он не мог пас дать, никогда все бежали вперед. Зачем эта анимация, блядь? Блядь, ну что за вафля какая-то, ну что? Тут может что-то получиться. Я не вообще в кайфе. Вот слишком это, сильно, мяч ударил. Видишь, побеждать, но это так, кайф. Так, сейчас изменим кое-что. Так, короче. Рука на ФРВ. Не, не пойду, что... Так, хичи. Я ЛП, волки ЛП, я ПП, Вовки ПЦП. Кто? Вовки станет ЛЦП, точнее ЦОП, ЛОП. А я изменилась, интересно, блять, она неужели не сохранилась? Сейчас стой, не разводи. Не, не сохранилась. Сейчас я быстро поменяю. Вот это у нас вылится. А, это ты. Не, сейчас поменяю с местами. Может Волки, получиться скричи. Интересная атака. Ну, со мной. Все, я ПП, Волки ЛП, два ЦОПа. Такие передачи придают фанатам остроты. Отобран мяч, надо возвращать. Я буду в центре сейчас. Центр есть. Разгадайся. Волки это лоб. Крич со мной. Да мы не успели поменяться. Хорошо, ну, давай, Женя. Без я. Сразу могут разыграть. Дальше пушка уйдет. Давайте шире. Ой, не выходим, стой. Ах, ты что, куда выходить-то тут так? Я подойти, блядь, не могу. Что-то здесь. Разыграть могу, центр приходить. Будьте осторожны. Бить будут, что ли? Ой-ой-ой-ой. Серьезно? Здорово играет, как-то. Забрал намертво.
Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Блять, тороплюсь куда-то. Подача на дальнюю штангу. Да, так и знал, нах, надо было в танке остаться там. Один навес. Я, блядь, вообще ни комбинации не вижу сегодня, какой-нибудь навес. Это они неделю мне просили готовиться, чтобы навесы, блядь, подготовить. Да. Навес это тоже тактика. Ага. Бездумная. Не можешь навес, а там не главное, что фору сосать будет. Нет, блядь, не эмоции, чё. Выигрывать. И подает. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Какой-то, знаете, между собой. Пока неплохо. Уверен, действовал в перспективе и в итоге завладел мячом. Да, есть шанс развернуть. Парень, давайте успокоимся. И еще один прекрасный пас в его исполнении. Не убегай, не убегай, ну вот, тут, блядь, ну давай пас поиграем чуть-чуть. Мяч ушел вам. С тобой есть право. Следующий. Блядь, сорян. Ошибка, блядь, просто блядь. Подарил он мяч сопернику. Подожди его. Это может быть опасно. Блядь, форварду давал, сука. Какой удар. Хорош, отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Я ебан, блядь. Кагава. Надежно играет защитник, атака прямо. Бля, этот пиздец. Спокойно, бетон, ниже. Пирло. Центр. Вовки ниже откройте, под него. Это может быть опасная атака. На фланг. Хорош. Бля, ну ты уже поворачиваешься даже, понимаешь? Ты уже в его сторону повернулся и дал пас. Сажать. Защита надежно играет, мяч отобран. Центр. Какая техника, как он обращен? Удар! Давай сильно на 11 дам. В центр штрафной подан мяч с углового. С тобой. Это может быть опасно. И ближе к воротам игра переходит. Я не знаю, блядь, ёб твою мать, это вообще возможно вот через два защитника так вот? Свою атаку. Просунул, блядь. Основное что? Время истекает через 20 минут. Ну, такими пасами дает. Есть! Удар нужен! Мяч у вратаря, можно начинать свою атаку. Ну, мы вообще в футбол не играем. Пиздец. Нам надо успокоиться, кстати, хоть одну комбинацию какую-то провернуть. Центр. Тут может что-то получиться. Распихаем тут фор, будет. Будут красные пять футболисты из-за боковой. Да, разыграем. Раньше это называлось корнер, но теперь подойдите ко мне. Речи на фланге. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Между. Рикошет, что ли? Угу. Лево, смотри. Лево, так и сам. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Оставляет мяч для навеса. Блять. Кто-нибудь, чё ж там стоит? Центр. Пошли последние 10 минут игры. Уже не примитивный, блядь. Можно еще в тысячный раз об этом сказать? Хорошо, не буду. Такими действиями игру не обострить. Ладно, эпизод еще не окончен. Пас на ход партнеру. Может получиться интересная атака. Где вообще был? Какой момент? Я с тобой на фланге. Можно было его запороть. Невероятно. Вот эта концовка. Сумасшедшая просто. Блядь, спокойно мне.
защита справляет. Посмотрим за этой атакой. Кагава. Можно. Пирло. Блядь, я, сука, чё стоит он, блядь, у меня? Может быть интересно. И пробил. Хорошо, хватает, но есть возможность добить мяч в ворота. Кагава. Блядь. Свисток судьи возвещает. Блядь, надо было с самого начала ставить мир. Потому правого. Будет так и пошла, блядь, пасы. Потому что, блядь, первую игру это просто пиздец. Блядь, это просто пиздец, пацаны. Как можно 4 навеса пропустить? У меня просто слов, блядь, нету. Сейчас кто там не смотрит стрим, мне так похуй, блядь, это просто пиздец. Чё про стрим? Не один, а 4 навеса. 4, блядь, и 5 еще, блядь, в следующей игре, нахуй. Одни навесы, короче. Блять. Может, собственно, да и нам пробовать навесы, блять. Да так, что это просто делать? Бред, как я ненавесы забили, но это просто смешно. Это просто вообще, блядь, какой-то ненавистник навесов. Ну видишь, они, блядь, 5 навесов, 5 голов захуярили нам. Ну. Ну так они захуярили, потому что вы никого не держите, а они-то держат. Да, блядь, одну позицию проебал, только когда моего потянуло, блядь, на бот, они назад сдерживают, блядь. Потому что FIFA, сука, тупорый. Мне даже не хочется писать ему good game, блядь. Когда так играешь, блядь. Он пишет, хорошая команда, очень тяжело. Спасибо, пишет. Напиши им. Что-нибудь. 5 голов забили навесами. Пацаны, это очень смешно. 5 голов навесами. Ну, вот, блядь. Мы хуёво играем против навесов. Подожди, а какой последний был? Вот этот вот, а не навес? А, дед. Был и те. Да, второй тайм нападение, как бы, ну... Схему поменял, я поставил 4-2-2-2. Она более-менее зашла, на самом деле, против этих... Ну, я на ЦОПе еще играл, блядь, на ЦОПе, да, потому что первую игру, вот где вы, вот, блядь, я посмотрю ее, где вы, блядь, волки были. Вот, сука, если я вас не найду на нужных позициях, пизда вам, нахуй, блядь. Вы меня гребете, блядь, в следующей сборе. На следующую тренировку приходите с Азелином, блядь. А, ну не, молодцы, все равно, пацаны. Какой там, я не знаю, есть смысл вообще там с Турцией играть за третий этот. Так ты же там рекламу читал. Сейчас. Какую рекламу? Серьезно. Конечно, есть смысл турков ебать. Это же, блядь, за счастье. Они еще закусили. Нет, я спрошу, вообще играется ли за третье место? Они должны матч создать. Если они создадут, то как бы на хуй мы поиграем. Ладно, парни, всем пока. Куда шокер приливнул с беседы? Да. Давайте. Пока. Да, всем удачи, не болейте. Встретимся. Сколько беседы.